Без чрезвычайных ситуаций об итогах праздничных выходных говорили сегодня на аппаратном совещании в администрации города. Так, на единый номер 112 поступило около 3000 звонков. Почти половина вызовов оказались сложными. Также жители волновали проблемы, связанные с перебоями электро-, газа-, водо- и теплоснабжения. Спасатели у нас за праздники не выезжали. В праздничные дни бригады скорой помощи работали в усиленном режиме, совершили более 4000 выездов. Пик обращений пришелся на 1, 2, 4, 5 января, а вот 31 декабря, 6 января было заметное снижение количества вызовов. В целом праздники прошли спокойно. Все, которые были у нас, возникали проблемы по коммунальному хозяйству, устранялись быстрые сроки. Не прекращают трудиться и дорожные службы. В уборке улиц за последние 3 недели задействовали более 100 единиц техники и почти столько же рабочих. Вывезено около 300 тысяч кубометров снега. Еще не все вывезено. Подготовлены где-то какие-то снежные кучи, лежат навалы какие-то. Значит, это все необходимо активизировать работу и в кратчайшие сроки увезти. Отдельно, значит, я прошу обратить внимание, по вывозке, после омолаживающей обрезки деревьев, веток, не должны они больше светового дня находиться на месте, то есть по окончанию обрезки они в эти же сутки должны вывозиться. В конце совещания глава города поздравил работников прокуратуры. В воскресенье 12 января они отметят свой профессиональный праздник.